Свисток судьи и матч начался. Однако на поле необычные команды. Здесь представители разных национальностей, которые ежегодно встречаются на турнире по мини-футболу под названием «Мяч добра». В этом году он проходит в 11-й раз. Мы так мечтали, чтобы расширить количество игроков, количество муниципальных образований, выйти за рамки Рязани. И вот, наконец, благодаря фонду президентских грантов у нас это получилось. Принимает участие муниципальное образование. Хаум Башир участвует в турнире второй раз. Говорит, что в первый ему понравилась и атмосфера, и участники, и хочется вернуться снова. Это второй раз для меня. Первый раз я получил награду за лучший бомбардир. Я хотел сказать, что нам очень приятно, что позвали на такое очень крутое мероприятие. Мяч добра – важный турнир для жителей города. Об этом в один голос говорят как участники, так и организаторы. Ведь Рязань – это многонациональный город. Это событие сплачивает людей. Для нас он такой очень важный турнир, потому что мы представители своей нации, мы хотим представлять гордо нашу нацию. Вот. Спасибо организаторам, что вот в это ковидное время смогли найти возможность, время и провести этот турнир. В этом году в турнире «Мяч добра» впервые участвуют команды, которые раньше об этом только мечтали. И благодаря фонду президентских грантов это стало возможным. Для нас это знаково и почетно о том, что вот касимовские татары организовали свою футбольную команду, которая называется «Алга», что в переводе с татарского «вперед». Ну, посмотрим, как уже вначале говорили, победит сильнейший. Турнир «Мяч добра» проводится на регулярной основе, и возможность провести чемпионат зависит не только от организаторов, но и от игроков, которые с удовольствием подают заявки на турнир. Самое главное, что делает спорт, он объединяет людей. И это очень важно. Никакие речи, никакие призывы, никакие листовки, я не знаю, уроки дружбы, они не делают то, что делает футбольный матч за короткий промежуток времени, который футболисты проводят здесь. Они дружат, они потом и без нас играют товарищеские матчи.